Это одна из самых загадочных фигур минувшего столетия. Великий гипнотизер. Он обладал великим даром провидца. Он видел будущее, близкое и далекое. Весь мир был у него на ладони. Его дружбы искали великие и сильные мира. Десятки миллионов людей знали его. А умер он в одиночестве, забытый всеми. Наконец-то, Марго, ты увидишь настоящего волшебника. Ты посмотри на него. Настоящий граф Калиостро. Фаина говорила, что он может превращаться в различных зверей. В тигра, в собаку. Ой, ну и что ж, не превращается? А ему запретили это делать. Он подписку дал. Зина, вранье все это. У него за ухом шишка, в которую вшит радиопередатчик. А в зале сидят подсадные утки, которые ему сигнализируют. Технический трюк. Так что, Зина, фальшивка твой мессинг. Сама увидишь. И все-таки это телепатическая связь. Дело не в терминах. Да я понимаю, что дело не в терминах. Но слово телепатия связь сильно скомпрометировала. Но все равно материального поля, которое передавало бы информацию из мозга в мозг, не существует. Толечка, милая, извини. Здрасте. Торопились очень много. Извините нас, пожалуйста. Только на балконе придется сидеть. Извините. Сумасшедший какой-то. Василий Осипович, а я боялся, что вы не приедете. Прошу в мой кабинет. Смотри, Вася Сталин приехал.